Добрый день, наш любимый зритель! Вы наши критики, вы наши ценители, вы самое главное, для кого мы выходим на эту сцену. Вы все собрались? Дорогие наши, как мы долго ждали этой встречи! 13 месяцев мы не выходили на эту сцену, на большую сцену и в большом зале не собирались. Последний концерт был 8 марта 2019 года. И вот мы снова с вами вместе встаем на дорогу творчества. И я хочу сказать, что сегодня мы завершаем череду отчетных концертов. 20 мая состоялся отчетный концерт танцевального коллектива «Бенефис. Младшая группа. Коротышки. Сюрприз». Давайте им поаплодируем, они уже прошли по этой дороге творчества. Буквально вчера на этой сцене состоялся отчетный концерт развивающей группы. Давайте им поаплодируем, они сдали уже этот экзамен. А сегодня, 26 мая, на этой сцене вокальная студия «Ля-Ля Фа». Давайте им поаплодируем. Танцевальный коллектив «Фантазеры». Танцевальный коллектив «Солнечные зайчики». Танцевальный коллектив «Бенефис». Мы начинаем праздник успеха, который состоится в 21 веке в начале 30-го года. Итак, праздник успеха 2021. Начинаем. Тогда ваши аплодисменты, чтобы слышали наши артисты. Я смотрю, они уже улыбаются, глаза горят. Они говорят: мы так любим танцевать. Подарим аплодисменты танцевальным коллективам.
Ведь их так много накопилось за год нашей разлуки. Внимание, друзья мои! Сегодня мы не только будем показывать свое творчество, но и рассказывать, чего же мы достигли за два года, 2019, 2020 и 2021 год. Внимание на экран. Вокальная студия «Ля-ля Фа». Руководитель Наталья Вахрушева. Занятия проходят два раза в неделю. Студия – активный участник концертов патриотических. И вот сейчас вы видите фотографию концерта «День Победы» 2019 года, концерт «День защитника Отечества» 2020 года. Также вокальная группа «Ля-ля Фа» – участники международного фестиваля «Микс Арт» город Екатеринбург в декабре 2019 года, где получили диплом лауреата второй степени международного фестиваля. Я не слышу ваших аплодисментов. Международный фестиваль-конкурс «Созвездие талантов». Мы были вынуждены работать в онлайн-формате, поэтому этот онлайн-формат перешел и на фестивале «Созвездие талантов», где у нас прекрасный результат. Дипломы второй степени международного фестиваля «Созвездие талантов». Международный конкурс «Россия.ру» онлайн-формат 2020 год, лауреаты третьей степени. Давайте поаплодируем нашему коллективу. Ну а сейчас на сцене вокальная студия «Ля-ля-ва». Хэштег «Вперед» именно под таким девизом и шагает вокальная студия «Ля-ля-фа», руководитель Наталья Вахрушева. Мы за мечтой своей спешим век от века, не зная, что нас ждет там впереди. А в голове опять вопрос без ответа: как сделать выбор и куда идти? Вокруг черно-белый мир, не слышен никому крик твоей души. Просто будь смелей, сделай первый шаг. Не закрывай свои глаза, не нажимай на тормоза, делая в жизни поворот, только вперед. Следуя смело за мечтой, ты просто будь самим собой, делая в жизни поворот, только вперед. Иди смелее, не теряй ни минуты, ни минуты, когда твоя душа тебе поет. Ты в ритме сердца проложи все маршруты, все маршруты. Не оставляй свою мечту, хэштег вперед. Не закрывай свои глаза, не нажимай на тормоза, делая в жизни поворот, только вперед. Следуя смело за мечтой, ты просто будь самим собой, делая в жизни поворот, только вперед. Следуя
тобой, делая в жизни поворот, только, только вперед. Дорогие друзья, мы поздравляем вокальную студию Леофа с премьерой песни «Только вперед». «Только вперед», утверждает вокальная студия Леофа. А мы с вами вновь смотрим на экран. Танцевальный коллектив «Фантазеры». «Фантазеры», состав 16 человек, занимаются два раза в неделю под руководством Анастасии Брёховой. День танца. Как видите, они самые активные участники, где они писали открытку, открытку поздравления. Также для фантазеров прошел Новый год. И фантазеры у нас сейчас специально для вас в этот замечательный день исполнят свой самый любимый зажигательный танец рок-н-ролл. Ну что сейчас будет, мы с вами увидим. Свет в городе давным-давно погас. Ты танцуешь рок-н-ролл со мной в первый раз. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы пляшут линии, ограды и мосты. Ну пускай сегодня мелкий дождь идет с утра, но мы опять с тобой танцуем, как вчера. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы пляшут линии, ограды и мосты. Голубое серебро. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы пляшут линии, ограды и мосты. Танцуйте, а я буду петь для вас. Все то, что живо, музыкою дышит. Сердца горячие меня услышат. Танцуйте, ленинградский рок-н-ролл. Уважаемые зрители, в этом году фестиваль «Вверх по радуге» проходил в формате онлайн. И коллектив «Фантазеры» именно с этим номером по поручению жюри я сейчас вручу под ваши аплодисменты диплом второй степени в номинации «Хореография». Возрастная категория 10-12 лет. Танцевали коллектив «Фантазеры». Ой, спинку повернула, красиво встала. Поздравляем коллектив. Ну а сейчас это была коллективная награда. И по традиции праздника успеха руководитель коллектива номинирует участников на благодарность. Благодарность им вручает директор Центрального дома культуры Юлия Николаевна Курдюкова и руководитель коллектива Анастасия Брёхова. Встречаем. Добрый вечер, уважаемые родители и гости отчетного концерта танцевальных и вокальных коллективов. Поздравляю всех с окончанием творческого сезона. Каким он был? Не таким, как совсем нам хотелось бы. Но несмотря ни на что, в нем было много событий,
много открытий, много радости. Спасибо родителям. Именно вы на протяжении всего творческого сезона были нашими помощниками и вели детей к успеху, вкладывая душу и сердце. Спасибо всем участникам творческих коллективов, их руководителям Брёховой Анастасии Викторовне, Вахрушевой Наталье Ивановне, которые в течение этого сложного периода дарили нам радость и праздник. Теперь пришло время делать выводы, оценивать результаты. Сегодня мы хотим вручить благодарственные письма следующим участникам коллектива. Благодарственное письмо награждается участница танцевального коллектива «Фантазеры» Ашуркова Дарья, руководитель Анастасия Брёхова. Благодарственным письмом награждается Ширяева Елизавета, руководитель Анастасия Брёхова. Мы желаем коллективу творческих успехов и так держать. Вот в таком ритме продолжаем творческий сезон. Дорогие друзья, а мы ждем на сцене солнечных зайчиков, но прежде чем они выйдут на эту сцену, давайте узнаем, чем же они занимались в течение года. Танцевальный коллектив «Солнечные зайчики» – активные участники концертов, акций, праздников, проводимых Центральным домом культуры. Участники патриотических концертов, знаменитая композиция «На Берлин». Участники вручения юбилейных медалей в администрации Шалинского городского округа в 2020 году. «Масленица», в которой коллектив принимает самое активное участие, в флешмобе, является активными ведущими на игровых масленичных площадках. Участники парада космических кораблей, посвященного 60-летию со дня первого полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос. Участники праздника танца. Участники праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры. Ну а сейчас на этой сцене мы с радостью встречаем коллектив «Солнечные зайчики», и в их исполнении вы увидите постановку «Пора в путь, дорогу». Дождливым вечером, 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 когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую споем. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качнусь серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Нам нынче весело, 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 чего ж ты, милая, курносый нос повесила. Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные дела, но так, чтоб завтра не болела голова. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качнусь серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Парни бравые, 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 а чтоб не сглазили подруги нас кудрявы, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо. Сперва разок, потом другой, потом еще. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качнусь серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить
буду строга. Мне серп видно все, ты так и знай. Танцевальный коллектив «Солнечные зайчики». К сожалению, эта композиция была приготовлена 9 мая, поэтому сегодня была премьера. Давайте мы еще раз поблагодарим аплодисментами. «Сад памяти» — именно так называется следующая композиция. Но прежде чем мы услышим эту песню, мне бы хотелось же сказать, «Сад памяти» — это международная акция, посвященная 76-й годовщине со дня Великой Победы. 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны высадят россияне. 9 мая – святой день. Мы отдаем дань памяти людям, которые ценой своей жизни спасли нашу жизнь. Каждое дерево – символ памяти и благодарности. На сцене солистка вокальной студии «Ля-Ля-Фа» Оксана Абрамова. «Сад памяти». Ровный ряд в поселке нашем. Ученики разбили сад во славу павшим. Я часто прихожу в тот сад, оставив книжки. В могилах воины лежат совсем мальчишки. Деревья ветви здесь всегда склоняют низ. Сияет красная звезда на обелисках. Колокола на церкви бьют печальным стоном. И люди добрые идут земным поклоном. Кровь на обугленных полях давно стыла. Но только помнит та земля, как это было. Как уходил в последний бой, служа отчизне. Тот, кто пожертвовал собой во имя жизни. Под образами мать мольбу в ладони дышит. Материнскую печаль дитя не слышит. Не домечтал о светлых днях и в браке не был. У паренька в больших глазах застыло небо. Весной оденется тот сад в наряд невесты. А с юга птицы прилетят и гнездом тесно. Вот солнце летнее взошло в граните блики. На плитах черное число цветов гвоздики. Где обелисков ровный ряд в поселке нашем. Ученики разбили сад во славу павшим. В Болгарии, в городе Пловдив, во втором городе по величине после столицы Софии, много лет, каждое утро, местная городская радиостанция начинала свое радиовещание с песни «Алёша». Решение Пловдинского совета эта песня утверждена официальным гимном города. Музыка Эдуарда Колмановского, слова Иннокентия Маншенкина. Написана песня в 1962 году. В 2022 году песне исполнится 22 года. На холме,
который называется «Холм освободителей», стоит скульптура 11,5 метров, выполнена в железобетоне. Внизу скульптуры написано: «Советская армия бьет врага». Памятник открыт в 1957 году, в канун 40-летия Октябрьской революции. Автор – болгарский скульптор Васил Радославов. И вот сегодня эта песня звучит вновь в исполнении вокальной студии «Ля-Ля-Фа» Алёша. Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша? Белеет ли в поле пороша, иголки ливни шумят? Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша. Стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат. А сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько. А сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, его гимнастерка. Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. Немало под страшною ношей, под страшною ношей, немало под страшною ношей легло безымянных парней. Но то, что вот этот Алёша, 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 но то, что вот этот Алёша, известно Болгарии всей. К долинам покоем объятым, покоем объятым, к долинам покоем объятым, ему не сойти с высоты. Цветов он не дарит девчатам, не дарит девчатам. Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы. Вокальная студия «Ля-Ля-Фа», руководитель Наталья Выхрушева. На сцену приглашается директор Центрального дома культуры Юлия Николаевна и Наталья Ивановна. Для приятной миссии. Благодарность вручается участнице вокальной студии «Ля-Ля-Фа» Абрамовой Оксане за добросовестное отношение к занятиям, высокую работоспособность, творческий потенциал, победное выступление на районных и международных конкурсах творческого сезона. Благодарность вручается вокальной студии, участнице вокальной студии «Ля-Ля-Фа» Тудвасевой Кристине. Благодарность вручается участнице вокальной студии «Ля-Ля-Фа» Воронцовой Злазе. Благодарность вручается участнице вокальной студии «Ля-Ля-Фа» Поповой Айне. Мы желаем творческих успехов вокальной студии «Ля-Ля-Фа». Дорогие друзья, и вновь на экран
танцевальный коллектив «Бенефис». Вы знаете, у танцевального коллектива «Бенефис», к сожалению, это последний отчетный концерт, ведь они выпускники. Давайте их поддержим. Но выпуск у них еще впереди, впереди у них государственные экзамены. Ну а теперь на экране танцевальный коллектив «Бенефис». Участники фестиваля «Чусовая Россия» в 2019 году. Танцевальная композиция «Диско». Активные участницы всех масленниц, которые проходили в Центральном доме культуры. Как флешмобы, так и уже, можно сказать, профессиональные ведущие на игровых площадках. Участники танцевального праздника танца. И знаменитая композиция «Валенки», в котором солисткой участвовала Варя Плашкина и солистка Лиза Горелова. Этот номер победно шагает по всем фестивалям. И вот награды. Международный фестиваль «Талант 2020». Лауреаты первой степени. Давайте им поаплодируем. «Жемчужина танцпола», город Красноуфимск, диплом второй степени, 2020 год. Всероссийский фестиваль «Майские гуляния», лауреаты второй степени, город Екатеринбург. Ну а теперь на этой сцене стоят девчонки. Но они не просто так стоят. Они стоят, танцуют и дарят нам супер настроение. «Бенефис», руководитель Анастасия Брехова. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно. И остаются вдоль стены, пришедшие напрасно. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло девчонкам и чего-то, они статистики назло опять придут в своду. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках тебя. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Коллектив «Бенефис». Дуэт Валерия Илькина, Настя Бачурина. Замечательный дуэт, который занимается с Натальей Ивановной два раза в неделю. Участницы концертов. Концертов, посвященных Международному дню 8 марта. И, друзья мои, несмотря на то, что у дуэта не так много выступлений, зато достойные награды. Онлайн-фестиваль «Зимняя сюита», международный конкурс и диплом лауреата второй степени. Давайте поздравим.
международный онлайн-фестиваль «Россия.ру». Причем в этом фестивале дуэту удалось заполучить 2 диплома. Диплом лауреата 2-й степени в номинации «Эстрадный вокал» и диплом лауреата 3-й степени в номинации «Мировой хит». А что же за это за песня? Это супер-песня, в которой есть те слова, которые мы произносим, когда нам хочется полететь. «Мне бы птицею стать». Они об этом не знают. Сейчас под ваши аплодисменты. Дорогие друзья, мне с большой радостью хочется вам рассказать о том, что этот замечательный дуэт, по мнению жюри, стал лауреатом фестиваля «Вверх по радуге». Ваши аплодисменты. А под ваши аплодисменты вот теперь мы их провожаем. Успехов вам, девочки! Замечательная песня «Мне бы птицей стать». Такое чувство, что мы с вами на крыльях пролетели и посмотрели на нашу красивейшую родину. Родина! Именно так называется песня в исполнении солистской вокальной студии «Ля-Ля-Фа» Оксаны Абрамовой.
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, надо мною небо голубое высоко. Я еще девчонка лет пяти, и счастье мое летит, и радость моя поет. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Браво, браво! Мы присоединяемся к этим возгласам радости и успеха. Итак, друзья мои, на сцене солистка танцевального коллектива «Бенефис» Елизавета Горелова. Премьера «Чеботуха». Патрусскую частушку и приговорочку. Мы подружки говорят про что, про что.
улыбнулась и придя на нее отвлекся. Чепатуха, чепатуха, тонет в капле сухо. Присушилась и придя на нее отвлекся. Приятно сестрички вынести цветы, давайте поаплодируем. Тоже будущая наверняка танцовщица. Дорогие друзья, буквально свежие новости. И сейчас под ваши аплодисменты. Диплом первой степени окружного фестиваля. Да, да. Она об этом даже не знает. Диплом первой степени. Ой, только ты не плачь, потому что я сейчас сама тоже. О! Потому что так приятно. Награждается Горелова Елизавета в номинации «Народный танец». Возрастная категория 14-17 лет. Танец «Чебатуха». Окружной фестиваль «Жемчужина танцпола. Город Красноуфимск». Под ваш аплодисмент. Пожелаем Елизавете успехов. Это ее сольный номер впервые и такая награда. Поздравляем. Наш праздник продолжает не менее солнечный коллектив «Солнечные зайчики». Ой, прилушку, прилушке. Танцуем. Поймаю, зовут, даю шоколад.
Внимание, танцевальный коллектив «Бенефис» вручается диплом первой степени муниципального фестиваля «Вверх по радуге». Композиция «Ой, Прилужку, Прилужки». Под ваши аплодисменты. Кто идет? Молодец. Спасибо большое. Ну и сейчас ребята совсем об этом не знают. Только вы так сильно не волнуйтесь. Диплом второй степени окружного фестиваля «Жемчужина танцпола». Я вас поздравляю от души. Танцевали коллеги «Солнечный зайчик» и «Ой, Прилужку, Прилужке». Браво! От души поздравляем! И сейчас на эту сцену я приглашаю Юлию Николаевну и Анастасию Викторовну. Встречаем! Благодарность вручается участнице танцевального коллектива «Солнечные зайчики» Шаламова Екатерине за трудолюбие, старание, ответственное отношение к занятию. Благодарность вручается участнице танцевального коллектива «Солнечные зайчики» Осиповой Алене. Мы желаем творческих успехов танцевальному коллективу «Солнечные зайчики». Радуйте нас своими творческими успехами. Дорогие друзья, ну а теперь вновь мне хотелось бы вас более подробно рассказать о Оксане Абрамовой. Участница вокальной студии «Ля-Ля-Фа», солистка, участница международного фестиваля «Микс-Арт» в 2019 году, участница концертов, посвященных Дню Победы, и заслуженные награды, лауреат третьей степени международного фестиваля «Микс-Арт», город Екатеринбург, лауреат второй, третьей степени онлайн-конкурса «Талант 2020». Оксана Абрамова. В исполнении Оксаны прозвучит песня, у которой очень нежное название, но песня настолько эмоциональна. «Мама» Оксана Абрамова. Найди меня, мама, на фотоэкране, я справа заметь счастливые два идиота, я и он. Тебе посылаем открытки, самое важное, чтобы слова согревали улыбкой этой зимой.
забываю, кто я, мама. Когда я рядом с ним встречаю рассвет, ты мама. Мама, мы просто взяли два билета. Мама, два билета в лето. Найди меня, мама, на фотоэкране я справа. За мне счастливые два идиота, я и он. Тебе посылаем открытки, самое важное, чтобы слова Оксана, я попрошу тебя задержаться буквально на секунду. Итак, друзья мои, хотелось бы сегодня публично на большой сцене вручить диплом лауреата фестиваля «Вверх по радуге» 2021 года. Оксана Абрамова. Дорогие друзья, дуэт Валерия Илькина, Настя Бачурина. Шоу-бизнес. Готовим аплодисменты. Ты посмотри, что может быть на свете лучше, чем этот мир, что полон ярких огней. И только нам с тобой счастливый выпал случай, да побывать в чудесной этой стране. Да-да-да, в той стране, где музыка и танцы всегда, в той стране, где каждый житель — это звезда. Все об этом знают, все в них попадают, песня им и жить и строить помогает. Там всегда поклонники, улыбки, цветы, там всегда наряды неземной красоты. Там все со всеми дружат, искусство служат. Да-да, ой, как мы хотим туда. Кто-то поет, как Бог, а чьи-то клипы круче. Кто чем берет, талант тут важен любой. Талант тут важен любой, ой. Но среди звезд, чтобы не выглядеть как чучела, нужно следить за собой, за собой. А значит, сладкого мучного и варенья не есть, только лишь на фрукты и на овощи сесть. Плюс бассейн и фитнес — это шоу-бизнес, тот, который звезд способен сделать из нас. Стану звезда, обо мне узнает вся страна родная. Одноклассницы от счастья зарыдают. Та страна, которая мне снилась не раз, где звучат и поп, и рэп, и солнечный джаз. Там все процветает, там всего хватает. Там-там не хватает только нас. Там-там не хватает только нас. Там-там не хватает только нас. Мы с вами согласны. Звезды шоу-бизнеса. Спасибо, девчонки, за солнечное настроение. А на сцене танцевальный коллектив «Бенефис». Ой, снег, снежок, белая метелица говорит, что любит, а мне все... То на свидание, наверное, не торопится никто. Ой, снег, снежок, белая метель.
окном, дружок, значит быть свиданию. Ой, снег, снежок, белое сияние, под окном, дружок, значит быть свиданию. Танцевальный коллектив «Бенефис», не знаю, что там любит, не любит, а мы вас любим. Дорогие друзья, под ваши аплодисменты мне приятно вручить диплом второй степени фестиваля «Вверх по радуге» танцевальному коллективу «Бенефис» и диплом третьей степени окружного фестиваля города Красноуфимск «Жемчужина танцпола». Девочки, я вас от души поздравляю. И на сцену вновь для приятной миссии приглашаю Юлию Николаевну и Анастасию Викторовну. Благодарность вручается участнице танцевального коллектива «Бенефис» старшая группа Плашкиной Варваре. Благодарность вручается участнице танцевального коллектива «Бенефис» старшая группа Азановой Анне. Благодарность вручается участнице танцевального коллектива «Бенефис» старшая группа Третьяковой Виктории. Благодарность вручается участнице танцевального коллектива «Бенефис» старшая группа Орловой Валерии. Благодарность вручается участнице танцевального коллектива «Бенефис» старшая группа Панкратова Анастасии. Благодарность вручается участнице танцевального коллектива «Бенефис» старшая группа Горелова Елизавете. Мы поздравляем танцевальный коллектив «Бенефис» и руководитель Анастасия Брехова. Желаем им успехов. Уважаемые зрители, я хочу сказать вам о том, что не только дети занимают призовые места и проявляют свои творческие способности. Руководитель вокальной студии «Лиляфа» Наталья Вахрушева также принимала участие в фестивалях «Микс-арт». И, друзья мои, мне очень приятно вам сообщить под ваши аплодисменты. Лауреат третьей степени онлайн-фестиваля «Созвездие талантов» 2020 года. Лауреат третьей степени «Талант» 2020 года. Наталья Вахрушева. Пожелаем творческих успехов. А на сцене воспитанники Натальи. Вокальная студия «Ля-ля-фа». Черный ворон взмахнул крылом, как на батом бьет звон брони тех, кому лишь Россия дом. Боже славный, прошу, спаси, отдай мэра до Крыма вновь. С фонарями стучат сердца отголосками сотен веков. Вместе будем мы до конца. Защити ты Русь матерей от врагов и лихой беды. Защити ты своих детей и быть сильными помоги. Над полями навис туман,
еще час до багровой зари, русской воли возвысься стан над простором великой земли. Русский русского не предаст, не преклонит пред кем-то колен. Русский — это особая масть, русский дух на планете не тлен. Защити ты Русь матерей от врагов и лихой беды. Защити ты своих детей и быть сильными помоги, помоги. Защити ты Русь матерей от врагов и лихой беды. Защити ты своих детей и быть сильными помоги. Колокол бьет, матушка Русь, каждый удар — радость и грусть. Каждый удар — голос страны, вечно тебе будем верны. Наша земля — Россия. Защити ты Русь матерей от врагов и лихой беды. Защити ты своих детей и быть сильными помоги, помоги. Защити ты Русь матерей от врагов и лихой беды. Защити ты своих детей и быть сильными помоги. Вокальная студия «Ля-ля-фа», руководитель Наталья Вахрушева. Танцевальные коллективы, фантазеры, солнечные зайчики, бенефис, руководитель Анастасия Брюхова. Праздник успеха 2021 года. Мы благодарим вас, наш любимый зритель. Благодарим вас и не говорим вам до свидания, а ждем встречи в парке летом. Под ваши аплодисменты благодарим звукооператоров Александра Головородько, Виталия Вахрушева, Свет, Иван Попов и наши юные артисты с замечательными руководителями. Спасибо, до новых встреч!